такого со мной еще не случалось. Я в такой ситуации впервые. Значит, давайте вкратце. Это карта, та, которая на стриме, да, мы играли там где-то на севере далеко, наш поехавший поешка, который пытается что-то там доставить. Но я думаю, чтобы его не трогать, я начну нового рандомного персонажа. Он, получается, на этой же карте будет где-то в районе, в том же районе. Попадается мне персонаж, это снайпер-бионик. Довольно интересный, но, правда, ловкость для снайпера низковата. Ну, ладно, восприятие зато хорошее. Плюс там бионика у него какая-то, алмазная роговица, система прицел. То есть у него встроены бинокли в глаза. Вот, короче, под ночное видение, храповики в суставах. Ну, короче, куча-куча всего. Все очень классно. Вот, но я пошел, ну, естественно, в разбитом вертолете, немножко кровоточила девочка, я прочитал карту военных операций, где-то вот здесь, кстати, где, что-то я не вижу, точки, в которой это она, видать, не это, не отобразилось. Прочитал карту военных операций, смотрю, на севере где-то вот рядом есть военный бункер, думаю, на север не пойду, пойду к дороге, может быть, какой-то транспорт найду. Тут ничего не нашел, прошелся сюда, тут предыдущий персонаж разбирал зомби военных, нашел какую-то винтовку неостановую еще с патронами, там зомбак не до конца, да это прошелся, нашел какой-то транспорт еле-еле на ходу, пришел сюда, приехал по этой ветке, это ж у нас на стриме, он по дальней дороге пошел через мосты, а вот короткая дорога, это в принципе где-то то место, где заспавнился, где начал играть наш персонаж, наш поехавший поешка. Вот. Здесь вертолетная площадка военная. Ну, хватило там этого транспорта, на котором я ехал. Вот. Тут все разбито. Хватило для того, чтобы я добрался где-то вот до этого места. Вот. Или до этого места. Где, да, сюда доехал. Там аккумуляторная батарея была убита, короче. Ну, я на генераторе. Ну, я что-то не подумал. Тут заправка АЗС, но карточки нет. Вот. И кредита нет у меня на АЗС, получается, у этого персонажа. Либо один кредит на всю карту для всех персонажей. То есть это не персональный. Надо еще подумать об этом, посмотреть, потестировать. Но суть в чем, что машину я заглушил случайно, вот поэтому так бы на генераторе и ехал. Но машину я случайно заглушил. И думаю, пойду в поля. Поскольку у меня, ну, это снайпер-бионик, да. У нее плащ, там у нее саперная лопатка, туристический коврик сразу, кухонный набор, охотничий нож, там снайперка плюс пистолет, патроны к нему, там, ну это патроны я разрядил, там все было в магазинах и в обоймах. В магазинах. Оставил по несколько штук всего лишь. Берушь, у нее полный комплект для выживания в поле. То есть никаких проблем нет. Охотничий нож есть, туристический коврик есть, палатка есть, саперная лопатка есть. Армейский кухонный набор даже, чтобы не разжигать огонь. То есть все, что необходимо. Вот. Ну, пошел в поля. Пошел в поля, смотрю, домик. Ну, думаю, в домике можно будет литературу какую-то посмотреть. Может быть, что-то шланг возьмем, да и пойдем. Может, какие-то машинки можно будет заправить, все-таки найти. Вот. Смотрю, в домике, пришел к домику. В домике у нас оказался какой-то зомбак. Здесь где-то его труп валяется. Этого зомби. Здоровый, да? Давай сейчас мы посмотрим его. Вот, выскочил, да. Был зомби. Качок какой-то. Какой, короче, вот здесь сидел, выскочил. Выскочил. Ну, я его быстренько, естественно, с винтовочки за два выстрела снял. Вот, смотрю, а в доме находится какой-то персонаж. Вы уже видите, да, звуки вот эти. Это меня тоже так, я сразу зашел, вроде не обратил внимания. Потом подхожу, думаю, к этому персонажу поговорил. Это отступник сородичей. Короче, я так внимательно не читал, но почитал диалог с ним, да. Это девочка, которая просто убивает людей. Вот. Правда, убивает, она говорит, что я убиваю только тех, кто умрет все равно. Как она определяет, непонятно. Она тоже, судя по всему, поехавшая какая-то. Что-то везет на этой карте. Вот, на поехавших. У нее там интересная отдельная история. Она кожаная набедренная повязка, мачете выживальщика. То есть она там бронекостюм спецназа, кстати. Смотри.
кожаные наручи, кожаный рюкзак, костяная флейта. То есть она еще та такая. То есть она убивает людей, говорит, кости, самое главное, кости там, в костях песня. Голубоглазая девочка. Короче, суть в чем? Я поговорил с ней, ну думаю, не буду. Она там есть варианты ее убить, типа, что ты зря это делаешь, не надо людей убивать, короче. Ну, я думаю, у нее свои дела, я пойду. Вот. И меня заинтересовало, что вот это за странные звуки. То есть, я хожу здесь, если подождать, походить вот так, да. Думаю, может быть, под внизу, но подвала никакого нет. Это что-то скрытое. О, смотри, звуки опять. Где-то что-то под низом. Может, лаборатория секретная, там кто-то лазит, слышит нас и тоже бегает там, да? Выстрелов не слышно, ничего, вроде так тихо. Думаю, залезу на крышу, осмотрюсь радиус обзора. Я залез на крышу, а здесь на крыше. Миго на крыше дома. Я первый раз с таким сталкиваюсь. Там несколько трупов. Я сейчас залазить не буду, потому что они меня просто доедят. Вот. Я залез на крышу, короче, на меня налетают мигошки, там их, по-моему, несколько штук, как минимум. Вот, несколько трупов зомбаков, то есть они периодически будут вставать, они периодически будут. Но мигошки не слазят, не спрыгивают. Короче, они меня за один укус, поскольку пока ты залазишь на крышу, видать, много времени проходит при залезании, да, вот. То есть как-то раньше я залез на крышу, и вот прошли тики, и мигошки меня, короче, мне руки откусили. У персонажа вы видите, да, что рук нет. Ноги, а где у нее самоконтроль. Ноги тоже почти откусаны. То есть ноги остался там 75, по-моему, максимум, да, или сколько там процентов. Вот это здоровье. Я не помню, это надо попробовать бинт применить. Сейчас мы попробуем самодельный бинт. Вот, голова где-то на сколько? На 60%. 87. Короче, голова нормально еще. Торс съели. Я не знаю, как у меня девочка выжила. То есть у нее у торса осталось 7 из 87. То есть там меньше 10%. Руки откусили мигошки мне. Ноги почти откусили, то есть у меня одни ошметки, одни кости торчат. Вот, 1 из 87 и 3 из 87. Вот, рук нет. Винтовка сразу выпала, правда, одежду не съели они, потрепали знатно. Вот, я думаю, что делать сейчас? Винтовку, ту, которую я достал, М16, которая в руках была, я уже тут выбросил, вот, даже надел бинтов без рук как-то так. Ногами, наверное, зубами, носом надел бинтов, накрутил из тряпок. Вот. Такого у меня еще не было. И как-то спать здесь, значит, у девочки. То есть травма левая рука, травма правая рука. Ну, какая травма? Рук нет просто. Они в кашу, включая кости. Ноги еще кости целые, а у рук костей нет уже. А легкий гиповолемический шок. Несмотря на то, что у нас... Сила 1, да, ловкость 0, интеллект 0, восприятие 5, то есть все упало капитально, боль сумасшедшая, рук нет, ноги почти съедены, торс почти съеден, легкий гиповолемический шок, ранняя анемия, счастлива, ей больно, но она счастлива, девочка счастлива, что по нас, вяленое мясо ей понравилось. Вот, и небольшой дебаф из-за того, что холодно. Вообще, настолько быть оптимистами, руки съели, ноги съели, короче, торс почти сгрызли, ты полудохлая. Ну, немножко холодно, но вяленое мясо было вкусное. Короче, я даже не знаю, продолжать этого персонажа или нет, попытаться прокачать. То есть мы можем попытаться наделать бинтов, здесь тряпок много, я вот здесь вот уже понаделал 50 тряпок у нас есть. Бинтуясь, но это надо переночевать, поспать. Бинтуясь, мы можем прокачать лечение. По-моему, лечение необходимо какой-то уровень для того, чтобы сделать шины, потому что мы без рук как без ног, точнее без ног как без рук как без рук. Мы не можем оружие в руки даже взять. Уклонения у нас нет, мигошки. Я надеюсь, что они не слезут. Но я не знаю, как спать в этом доме. То
что здесь есть еда, здесь есть вода, вот тут колодка с водой рядом, да, то есть мы можем, у нас армейский набор есть, мы там как-то носом можем водички закипятить себе, у нас фляга на ногах есть, то есть на первых порах там немножко водички есть, ИРПшки есть, проблема. Но как оставаться в доме, в котором человек, поехавшая, которая убивает людей, как она выразилась, говорит, я убиваю только тех, кто убьют сами. То есть я не всех подряд, говорит, убиваю. Я-то убиваю только тех, вот кто, видать, при смерти. Кому сильно плохо, говорит, я тех убиваю. В одном доме с ней, на крыше Мигошки, я вот не уверен, стоит ли здесь оставаться ночевать. Вы что думаете об этом, по этому поводу? Я даже не знаю. Все, короче, пока это. Я хотел понять, у меня такой ситуации никогда не было. Я впервые вообще на крыше, чтобы были Миго. Как они здесь очутились? Это вот связано с этим персонажем как-то? Или они просто случайно? Ну, почему на крыше? Откуда они там взялись? Это вообще... Короче, я специально, наверное, надо посмотреть вот такой домик, глянуть, есть ли шанс спауна Миго на крыше. Короче, непонятно. Ладно, я буду дальше думать. Короче, что делать в такой ситуации? Как вы думаете, ребята? Я не знаю. Пока.